Здравствуйте, друзья. У нас родилось разные направления бизнеса. Родилось конструкторское бюро Гришина, которое будет заниматься совершенно новым направлением, разработкой и занимается разработкой дизайна, внедрением в производство, изготовлением опытных моделей и дальнейшая передача на другие производства. 20 лет мы работали с ведущими дизайнерами и архитекторами Украины. Мы имели уже всегда собственные модели, собственные разработки. За это время получили патентов около 40 штук. На сегодняшний день 30 находится на стадии выдачи, и 12 уже было получено с тех конкурсов. 30 совершенно новейших моделей на сегодняшний день должны быть до Нового года получены сертификаты. Мы прошли очень много вопросов с другими производителями. В Украине почему-то так повелось, что можно просто взять и что-то скопировать. В Европе, если вы хотите экспортировать, этого вам не дадут. Одна из моделей City Boss, это уже следующая модель, есть опытные образцы ее, только-только опытная, она поступит в продажу с понедельника, тоже молодого дизайнера Бетсона. Это модель Навара Юры Цегла, его, наверное, все знают, один из самых узнаваемых промышленных дизайнеров Украины. Да, и мы платим авторское вознаграждение. Уникальность. Сегодня этот вопрос очень актуален. И, конечно, он мне был интересен. Создается такое бюро, которое, кроме того, что будет собственные дизайны и работать с дизайнерами, но можно также и по юридической помощи обращаться. Если мы хотим зарабатывать деньги, мы должны создавать нематериальные ценности. То есть мы должны создавать дизайн, технологии. У меня вже з'явились там деякі думки запропонувати Андрію, можливо, співпрацю з нашими місцевими дизайнерами. Этого нету в Росії, этого нету в Прибалтике, это нету в Грузії, в Азербайджані і так далі. Но это есть у нас в Україні. Дизайн – это не картинка, это реально громадный труд. Это, прежде всего, психология. Психология того ринку, на который вы хотите выйти. Это громадное знание технологий и процессов. Я очень не хочу, чтобы мозги наши утекали куда-нибудь за границу, чтобы эти мозги работали на американские компании и так дальше. Очень хочется, чтобы эти мозги были здесь, именно здесь, в Украине, и все делали для того, как гражданин Украины, как киевлянин, который вырос и живет в этой стране, для того, чтобы страна стала другой. Спасибо. Спасибо вам большое.